Всем привет! Сегодня заготавливаю спаржевую фасоль на зиму. Делюсь двумя простейшими и вкусными заготовками с вами. Для приготовления спаржевую фасоль помыла, отрезала кончики и порезала на фрагменты, такие, чтобы хорошо поместились в баночку полулитровую. В кипяченую воду высыпаю и провариваю минут 5-7. На отдельной конфорке у меня стоит чайник с водой, чтобы закипел. В полулитровую баночку я добавляю простерилизованную 1 лавровый лист, 2-3 зубчика чеснока, перец горошек 5-6, перец душистый 2-3, зонтик укропа, чайная ложка соли без горки и 2 чайных ложки сахара с горкой. Фасоль прокипела 5-7 минут, поменяла цвет. И теперь я фасоль перекладываю в баночку. Наполняю эту баночку фасолью. Добавляю 1 чайную ложку уксуса 9%. Заливаю кипятком из чайника. Закрываю крышкой, укутываю в теплое одеяло до полного остывания. Это очень вкусный гарнир зимой. Вторая партия у меня есть фасоли спаржевой. Я ее также перемыла, хвостики отрезала, перерезала пополам. Фасоль прокипятила 3-5 минут. Обязательно нужно прокипятить фасоль. Остудила, перекладываю в пакеты для заморозки и перекладываю в заморозку. Вот и все. Вот такими двумя способами я хотела сегодня поделиться с вами. А как спаржевую фасоль готовите, заготавливаете на зиму вы, напишите в комментариях. Зрителям будет очень интересен ваш опыт. До новых встреч на моем канале.